Для того, чтобы догнать Забаву, африканской гиене Чили требуется немало ловкости и терпения. Забава – животное дикое, дальневосточный лесной кот, точнее кошка, особо с весьма непростым характером. Она сама выбирает себе компанию и хозяина. Что Чили станет ей подружкой, также решила Забава. Сотрудники зоопарка на Садгороде вовремя заметили симпатию между дальневосточной лесной кошкой и гиеной и поселили их вместе. Чили – редкий вид. Это полосатая гиена. Таких мало не только в России по зоопаркам, но даже в Африке. Во Владивосток она приехала всего 2 недели назад и пока привыкает к местному климату. В природе полосатые гиены живут только парами, поэтому сейчас Забава для Чили – настоящая семья. Несмотря на разницу в происхождении и характерах, кошка и гиена прекрасно уживаются вместе. Забава помогает Чили проходить непростой процесс акклиматизации. Без компании гиене было бы гораздо сложнее. Сближает зверят и то, что они ровесницы. Обеим всего по 3 месяца. Пятнистым гиенам необходим какой-то сородич. Но она не понимает, что Забава – это не сородич. Она понимает, что это такой же малыш, который может с ней поиграть. И для Чили это очень важно, в том числе для психики, потому что таким малышам необходимо иметь физиологическое и природой настроенное, так сказать, компанию. То есть, если она должна жить в компании, она должна жить в компании. Забаву обнаружили на дороге в Харольском районе. Краснокнижный котенок был сильно истощен и нуждался в помощи. Около месяца малышка жила в частном доме. Поначалу люди думали, что это породистый бенгальский котенок, но быстро поняли, что это не так. Она привыкшая и к собакам, и к кошкам, и к леопардам. Вот кого она только не видела, ко всем она очень добра. Поэтому Забаве не привыкать социализировать и играть с непонятными видами животных для нее, которые вообще откуда не понять взялись. Так что она у нас девушка очень социальная. Конечно, в плане того, чтобы там дарить любовь этой гиене, она не может этого делать, потому что она кошка, как бы она истинная кошка. А гиена искренне ее любит и очень хорошо к ней относится в плане даже игр и вот сосуществования. Независимую соседку от Чили отселят только когда для гиены найдется жених. Сегодня его подыскивают по всем зоопаркам страны. Однако сделать это трудно, поэтому зимовать Чили и Забава будут вместе. Светлана Садовая, Игорь Болтов, новости на 8.